На Урале мать пришла в полицию с заявлением, что ее старший сын надругался над младшим. Инцидент произошел в Качканаре Свердловской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Качканара. Подростка подозревают в надругательстве над 6-летним братом. Следует отметить, что официальных комментариев от ведомства относительно этой истории пока не поступало. Как пишут СМИ, в правоохранительные органы 29 апреля обратилась мать братьев. По ее словам, старший сын надругался над 6-летним братом еще 25 апреля. Было ли это единственным случаем или нет, не сообщается. Как утверждается, подросток уже дал признательные показания. Об этом заявил источник в полиции.